Детские воспоминания самые сильные. Они множество лет остаются в черепушке, вызывая приятные и теплые чувства. Для меня одним из главных музыкальных воспоминаний стали треки из Monkey Island. Заглавная тема еще в MIDI-формате вызывала невероятную бурю эмоций и на все 100% передавала дух того приключения, в которое попадал. Композиция создавала нужные настроения, и с тех пор ни одно пиратское приключение не будет полным без этого трека. В «Пиратах Карибского моря» должна была звучать она. И в Assassin's Creed 4 без нее тоже никуда. И плевать, что в последней атмосфера куда серьезней. Кстати, однажды я даже был на Карибском море, и в голове у меня вертелся именно этот трек. Ощущал себя, как будто я на пляже третьей части. Все почти так и выглядело. Жаль, обезьян не было, но до них я еще доберусь. В серии встречались и другие достойные вещи, например, тема Личака. Или трек Стэна с его магазинчиком подержанных гробов. Саундтреки всех частей были особенными, но именно эти композиции мне запомнились на годы. В относительно недавних ремейках они стали звучать невероятно круто. Каждый раз, когда слышу по работе или где-то случайно, радуюсь как маленький ребенок и на протяжении целого дня насвистываю себе под нос. Настроение поднимается моментально. В общем, что тут говорить, Майкл Лэнд для меня практически гений, а музыка из Monkey Island не просто одна из лучших в игровой индустрии, а лучшая вообще. Пока на этом все, пробный выпуск получился довольно коротким, потому что мы хотели бы услышать от зрителей конструктивную критику. Интересна ли вам подобная рубрика и как нам ее сделать лучше? Может, больше игр и музыки вспоминать за один выпуск? Может быть, более детально? Об этом расскажите нам в комментариях. На этом все, спасибо за внимание, до связи!